Приветствую всех подписчиков на своем канале. Меня зовут Даня. Сегодня будем стирать курточку. У меня вот еще стирка белых вещей лежит. Но сначала я постираю куртку, потому что потом опять станет лень. И вообще я никогда не постираю эту куртку. Так. Все вещи вроде остальные вытащил. И, кстати, народ, постирал я вещи вот до этого с кондиционером Help, который брал за 50 рублей. Вот такой вот, знаете что? Сейчас его открою. Аромат именно из бутыля. У него есть. Довольно он реально очень вкусный, вкусно пахнет. Но, блядь, залил я два колпака. Вот сюда, естественно. Два колпачка кондиционера. Полных. Колпачка. Запаха вообще нет. Прям вообще никакого запаха. Поэтому, если вы берете кондиционер, чтобы вещи вкусно пахли после стирки чисто, то не советую. Это не то. Совсем не то. Напоминаю, взял его за 50 рублей, поэтому, ну, судя получается, какая цена, такое и качество. Так, порошок взять. Поэтому я сегодня буду куртку стирать с другим кондиционером. Слава богу, у меня другой кондиционер есть. Называется Леск. Так. Изначально, что, предварительную стирку ставить нахрен надо? Я думаю, зачем мне предварительная стирка? Или можно добавить? Сейчас подумаем. По времени, судя. Времени мне много сильно не надо. Стирать буду. Так, если так сделать. Без отжима. Дополнительное полоскание будет 92. Так. 99 минут. Нет, не хочу. Я не хочу, хлопок. Это залупа такая, а не программа. Куртку буду при 40 градусах стирать. Зачем мне все-таки? Можно так сделать. А вы же знаете, как вообще? Предварительно вырубить нахрен, потому что зачем она мне нужна? И будет получается вот так. 94 минуты. И вот так, если сделать. Сильно загрязненную 40-400. Можно и так сделать, конечно. Я так еще одну добавлю. Порошочка. Кондиционер чуть позже залью. Так, ну либо синтетика, либо сильно загрязненная, я не знаю. Я, наверное, поставлю все-таки синтетику, потому что по времени она не такая уж и долгая. Поэтому что? Короче, похуй. Я похуй с такой еще, знаете. Нет, не похуй. Сука. Так. Добавлю уже, если синтетика будет. 21 минута. Это час 21 минута будет. Так. Так. Пусть по четвертый я пока кондиционер не достану. Вот, ребят, чисто. У меня есть вот такой кондиционер еще, Леск называется. Вот он реально лучше, от него хотя бы какой-то аромат есть. Так. Сейчас. Открыть бы его. Еще немножко кондиционер добавлю. Еще. Так, надеюсь, воды она хорошо набрала, немало. Ух, воды она реально хорошо набрала, и рад этому. Не как на хлопке этом долбанном, на котором она воды почти не набирает. Водичка уже вспенилась. Это хорошо. Что по средствам у меня? По средствам у меня китайский порошок самый обычный и кондиционер Леск.
Сейчас у меня пока деньги появились, можно, конечно, сходить в магазин, посмотреть средства другие получше, чем китайские порошки. Может вообще взять порошок какой-нибудь Тайд или Ариэль, я не знаю. Вообще не хочу порошок брать, я хочу попробовать гелем постирать что-нибудь. Сейчас идет типа замачивание, что ли, потому что вот эти вот медленные вращения. Я рад, что намного воды набрала. А немало, как на этой вот ебанутой программе хлопок. Так, осталось 1:18. Темпер. Температура мне измеряться не хочет. Охренело. 14 градусов. Нагревается. Тихо, пусть нагреется. Мне не жалко. Так, ребят, сейчас, подождите. Принес я вам получше вспышку, получается. Как вы ее сделаете? Я потому что здесь второй телефон есть с фонариком, потому что на нем хорошая вспышка, ребят. Поэтому как-то, наверное, так будем снимать, что ли. Как еще можно? Нужно вот так вот сделать. Да, так, в принципе, красиво так получается. Неплохо. Все, пошло интенсивное это вращение. Звуки меня бесят очень сильно, когда молния об стекло ударяется. Еще кондиционер называется не леск, а лёг. Как-то так. Я его леском привык называть, не знаю почему. Хочу вот, кстати, ребят, попробовать кондиционер Вернель. Не знаю, как он вообще работает, потому что цена у него тоже невысокая, и на Озоне там 200 с чем-то рублей он стоит вроде, или 300 с чем-то. Я вот хочу попробовать заказать. Вот думаю, как-то так, да. Если что еще посредства можно купить. Ну, у меня вон кислородка заканчивается, или зар получается, вот эта вот хрень. Но кислородку у меня покупает мама, потому что... Блин, кошка ебанутая у меня. Что-то зашла на меня, посмотрела, блин, и убежала. Ну, делать нехуй. Температура. Пойдет. Нормальная температура. Да вырубись нахрен, Тен. Тен включается, слышно. Осталось 1:13. Ну, реально, нормальная программа, недолгая, в принципе. Это что самое главное, синтетика это. Чем тот же самый хлопок, который воды набирает хуево тучу, мало как. В хуевом смысле. Что тебе надо? Здорово. И, блин, плохо аттестировает на режиме хлопок, блин, ну серьезно. Что 95 градусов я ставил на стриме, она хрен что отстирала, потому что у меня это стирался плед, получается. И этот. Забыл, как называется, уже простыня у меня стиралась там, вот. Она как бы отстиралась, да, но остались разводы от порошка, потому что полоскание там
Да. Мне пришлось ставить полоскание плюс отжим, выключать этот хлопок, блядь, ебанутый, потому что там еще хуй пойми, сколько полоскания. Дополнительное полоскание ставил, интенсивную стельку на 95 хлопок. И стелька была по времени где-то 2.20, 2.30 у меня шла стелька. Все пенится, все красиво так. После этого я запущу вот эти вот вещи, наверное, на ежедневку. Ежедневка, кто не знает в моих понятиях, это быстро 29-60 градусов дополнительное полоскание. В принципе, сейчас ничего интересного не будет происходить, кроме того, как только это. Ой. Тридцать два градуса. Нормально. Не машинка глупая немного. Я когда 95 градусов поставил, она у меня воду догрела только до 83 градусов, по-моему, что ли, начала делать остывание, воду набирать на остывание, блядь. Вообще не понимаю ее. Ну, что ты делаешь, тоже кошка, блин, глупая. В ванну залезла, что-то там, блин, поделала и убежала оттуда. Ну, делать нечего. Вода. Вода так. Не холодная. Я бы не сказал, что холодная, но не сказал, что теплая. Ну вот реально, ребят. Синтетика, серьезно, хорошая программа. Вот мне она нравится. Хорошая, охуенная программа, потому что воды набирают нормально и время стирки недолгое. Все равно, что ставишь 60 градусов, у тебя 81 минута будет время показываться. Ничего не, типа температура, ой, время от температуры не зависит. Реально хорошая программа, почему я на ней в прошлый раз куртки не стирал, все равно хлопки, блин, не понимаю. Реально, какой смысл был от этого? Да и можно было бы, вообще, в принципе, реально серьезно, можно было бы поставить детский вместо хлопка, когда стирал плед, потому что реально, ну что это за хрень? Ну хлопок воды не набрала, ну ладно, хлопок так хлопок уже. Детский я вообще ненавижу, такая долгая программа, блин, это ужас. Стируля называется. Можно еще, конечно, и кондиционер добавить, но я не знаю. Так, закройся нахрен. Час 9 минут осталось. Немного, немного, в принципе, нормально.
Блин.